Всем привет, ребят. Решил записать вам, давно не записывал видосик «Вторая сторона доната». Выпущу его сегодня вам пораньше, потому что в этом выпуске мы будем открывать сейчас новые топовые плюшки. Посмотрим, какие шансы, и посмотрим, что у нас все же поменялось дальше. Так, ну, я показывал вам уже видосики. Я не забирал этот большие паки, они мне по сути не нужны, у меня проблем с ресурсами нет. На английском так сложилось, что спустя там неделя-две на примере раскола, который я покупал по 100, он уже по 20. Поэтому спешить особо некуда, но все тут уценивается очень быстро, что не скажешь. Нашим русским, возможно, это и очень большой плюс, что на русском не так все обесценивается. Забрал вот такие вот 5 паков и пак, который я показывал с новым скином. Вот такие вот плюшки за 350. У нас получились 2500, 25 новых, плюс новая эмблемка, скин на Рибита, 800 тысяч кэша, которые мне по сути не нужны. Опять же, плюс 1000 рун. Как видите, очень много всего дают. 25 рун. 20 пактов. Ну, это просто жесть, ребят. Честно скажу, это просто какая-то... Действительно тестовый сервер. Так, поехали по акциям. Пробежимся быстренько. И пойдем уже открывать плюшечки. Думаю, интересно, сколько же у нас упадет питомцев. Обнова действительно, вот мне обнова это нравится. Единственный минус — это донатный питомец. Все остальное, вот особенно открытие, сделали очень красиво. По поводу изменений, в принципе, очень круто. Добавили новые локации, но хотелось бы опять же, чтобы они меняли старые локации, потому что, ну, печально, печально. Все добавляют, все новое, а старые не меняют. Я бы пропустил пару обновлений ради того, чтобы поменяли хоть одну старую локацию, честно говоря. Так. Карты нам дают, как видите. Довольно-таки неплохо. Посмотрим. Возможно, сегодня еще выловим новый талантик, протестим на ком-то. А также вам засниму сегодня, начну заснимать прокачки 12-е. Бог войны. Раньше это было бы вау. Сейчас на это смотришь. Ну, бог войны. Это какой-то разбросик. Уже GoPro сама включается. Что-то сказал. Так. В принципе, все. Забираем эти плюшечки. И бежим дальше. Посмотрим, что там у нас по акциям. Интересного. Так, рулетки нет. Так, накопление. Поехали посмотрим, какое сегодня у нас тут накопление будет на английском серверке. Вот сзади видно мой новый компьютер. Нубокомп, впервые в Украине. С двумя тишками 2080-ми. Думаю, сегодня вам засниму тоже обзорчик, если успею. Постараюсь успеть все. Так. Куча разных акций. Так, это, по-моему, выращивание. Это будет надолго. Это я отдельно, наверное, открою, чтобы не затягивать видос. Да, тут у нас, в принципе, можем посмотреть 39 попыток. Всем хочется посмотреть, какой же там шанс. Нового питомца я уже вам показал. Питомец просто офигенный. Даже первого левела там 7-й разброс, блин. 15 или 17 там секунд. Ну, реально, питомец очень и очень крутой. Мне еще интересно, как будет в бою, если героя убили, что будет 17 секунд питомец. Вот, кстати, это надо будет проверить. Однозначно, что пофиксят то, что после смерти герой, который возрождается, опять имеет питомца. Вот это, наверное, скорее всего, пофиксить не будет 4. Если не пофиксят, это будет жесть. Еще вопрос. Если герой умер,
Вот, например, та же самая забытая. Будет ли питомец продолжать бой? Вот это тоже интересно. Если да, то это опять же будет полная попа. Я надеюсь, они над этим подумали, перед тем, как его вводить. Так. Ну, в общем, пишите в комментах, что вы думаете по обнове. Талантик новый просто огонь. Талант просто офигенный будет на новые древние. Я на китайке начну специально проходить дальше и здесь начну. Потому что, как вы знаете, у нас ввели пятые ремки на смотритель. И это реально очень мешает там, где нужно атлантом проходить. Приходится сливать одного героя. Ну, в общем, я это все вам покажу. Будет очень много разных тестов скоро. По чуть-чуть силушка растет. Скоро, думаю, до 500 дойдем и начнем полноценные тесты. Так. Что тут у нас? 5 робочек. Так. Что у нас следующий приз? Ну, вольт. Ладно, давайте уже добью. Потому что потом забуду. И пойдем дальше смотреть. В общем, не знаю. Мне обнова, честно говоря, по душе. Единственное, с питомцем обидно, что он донатный. И только с таких акций донатных. То есть для обычных игроков это как льдышка. Хотя льдышка даже первого уровня уже очень-очень круто помогает. Ну, ничего не поделаешь. Игра сделана для того, чтобы зарабатывали на ней разработчики и влаживали новые средства и ресурсы. Поэтому все игры. Не хотите, играйте в Тетрис. Хотите, играйте без доната. Ну, то есть у каждого есть выбор, кто хочет. Так и, ну, вы поняли. Так, окей. С этим разобрались. Так, у нас есть даже подарки мы забрали. Ну-ка, Great Games. Проспектора я потом поиграю. Там надо будет забрать плюшки. Я не знаю, активен он или нет. Ой, я уже на втором месте. Так. Мне огнекрыло не надо. Я уже здесь пару фропсов забрал. Тут фропс вообще не интересен. Так. Treasure Chest. Ну, он уже закончился. Smash and Win. Тоже, походу, уже все закончилось, да. Проспектора глянем. Он до 14 числа, по-моему. Ну, 18 почти заберем последний приз. Ну, заберем потом его. Так, ну по одному. И идем открывать мега эпические сумки новые. Вот радует то, что можно будет просто нажать и на это все смотреть. Не надо будет заморачиваться уже. По сути, 10 за одну секунду уже открывается в среднем. Я уже это протестировал, поэтому там 9000 вы будете открывать 15 минут в среднем. 15-16, ну, в зависимости от того, какие там итемы. Ну, то есть это реально очень круто, и это радует. За это я уже не один раз говорил. Очень большой плюс, потому что можно сэкономить время открытия плюшек. Жалко, что нельзя точно так же сделать, по одному поставить и просто уйти на 2 часа. Так, не хватило нам 2. Так, стиралка. Ну, здесь эти акции, как вы знаете, реально ни о чем. Так, окей. Ну, вроде все. С этим мы разобрались. GoPro, как обычно, меня слушает. Вот такие вот плюшечки получили. В принципе, неплохо. Окей, поехали дальше. Смотрим, что у нас есть на открытие сегодня. 38 порочных пактов. Ну, такое себе. Да, при том, что я их не собираю. Такс. Окей. Ну, вот аж в самом конце это все. Так, открываем эти плюшки. Сумки. Интересно, насколько я уже пооткрывал, скажу, очень много сумочек. Сейчас у меня там питомцы некоторые должны опять перейти на левел выше. Но удобно, очень удобно, мне это очень нравится.
что бы ни говорили, тут они постарались однозначно, ну блин, постарайтесь еще в другом, о чем уже сколько лет мы просим. Пока они нас, к сожалению, не слышат. Бедная GoPro не может никак определиться, что ей делать. Так, надо ее на зарядочку поставить будет и запилить вам обзор распаковки, а потом надо будет уже на тест поставить. Ой. Ой. Такс. Ну, кто не хочет, вы можете ускорение здесь поставить, вам будет быстрее. Так, есть close. Close есть. Так, что у нас по питомцам получилось? 2-2. Вот ангелок вырастет, это меня радует. Почти. Или хватит 30? Ага, не хватило чуть-чуть, видите. До 31-го чуть-чуть не хватило, чтобы следующий уровень получить. Здесь то же самое будет. То же самое. Ну, это тоже радует. Так, окей. Поехали дальше. Новые сумочки. Давайте я так. Открывать буду по одной. Не хочу я быстро, я хочу просто посмотреть. 100 камней, это уже радует. Вот такие вот плюшки, кто не знал, падают. Камешки, вот это самое интересное. Это 4 уровня. Ребят, камни отсюда падают. Ну, слизни здесь не нужны, книжки нужны. Но книжки дороговато для таких плюшек. Так, теперь давайте посмотрим вот так. Камешки. Ну, пакты и священный огонь. 3 пакта и священный огонь. 5 коробок. Я считаю, очень-очень неплохо. Так, это новая рунка у нас. Ее тоже мы откроем. Так, ну давайте попробуем. Вот смотрите, как падают новые питомцы. 3, 2. Это с 10 штук. В принципе, падают как и ледяшка. Где-то плюс-минус. Ну, шанс выпадения, как видите, не маленький. Думаю, неплохо его прокачаем сегодня. И будем уже тестить. В общем, вот так вот. Ну вот считайте, 220 секунд будет он открываться. Ну ладно, я уже до конца, пусть открывается, мы поговорим пока. Давайте так, по обнове. Напишите в комментах, кого вы хотите увидеть на 12 скилле. Однозначно это будет рогатка, однозначно будет малышник и дед. В первую очередь, остальных я уже не знаю, там посмотрим, как вы захотите, сделаем в плане очередности потом по обнове. Скин я вам сейчас засниму, покажу. По героям мы, в принципе, поговорили. Ну, по талантику будет еще один отдельный видос, я вам показал видосик с Фрей. Я надеюсь, здесь я выбью его с коробок. Коробок у меня много. Я докачаю героев и специально буду открывать коробки, посмотреть шанс, упадет ли нам этот новый талантик. По сути, мне коробки тут не особо нужны, потому что их, во-первых, очень много, во-вторых, куча талантов на складе валяется для определенных прокачек. Ну и, как я говорил, это тестовый. Но я очень хочу собрать пачки именно с ним, с этим талантом, и пойти потестить в древнем испытании. Там реально это будет очень крутая тема. Ну,
Спиота скоро увидите. Сейчас мы посмотрим, уже дооткрываем еще 2 минутки. 2,5 даже. Дооткрываем питомцев, посмотрим, насколько он у нас вырастет. Однозначно я здесь больше получу, чем получил на хрустальном, на Китае. Но Китай удивил хрустальным сундуком. Скин плюс питомец. Я надеюсь, у нас в понедельник будет тоже обнова. Я смогу вам ее полноценно заснять на русском. К сожалению, у нас плюшки не такие. То есть вы это уже убедились в этом, что нам до этого далеко. Базар у нас, честно говоря, не ахти. В последнее время, там сегодня, ну, можно собрать Некроса, можно собрать Вольта. Но это не то. Честно скажу, особенно для донатов, там у кого уже все есть. Да, для обычных игроков там это получше будет, чем их покупать заранее нам было, но опять же, далеко от этого. За те же самые деньги здесь намного больше плюшек. Такс. Ну еще 1,5 минутки. И узнаем. Ну, как видите, питомец реально очень круто падает. Вот это радует. Единственное, хотелось бы, чтобы сюда добавили ангела и других, которых, ну, просто они так медленно растут. Хотя, в принципе, считайте, сколько мы здесь месяц где-то играем, может, чуть-чуть больше, я уже не помню. Но отсюда реально я питомцев прокачал, всех редких практически. Там еще, думаю, недельки две они будут на максималке. Но обычных это надо играть либо в пирата, либо в другие акции, честно говоря, но того не стоит. Они и так по чуть-чуть растут. Этого хватает. Так, еще 600 осталось. Ну вот, вот это плюс. Я бы так открывал их, пока они там с анимацией этой были раньше. Мы бы их открывали очень долго. А вот такой вот вариант. Вы наглядно можете видеть, что с карт падает. Какие герои. То есть можно это все пролистать в конце. То есть очень-очень даже неплохо. Удивили они этим меня, удивили они меня скином Огнекрыла, удивили питомцем, питомец просто мега. Вот видите, некоторые места даже его не дают. Что-то по одному начали штамповать. 4. Ну, шансы есть. Видите, немного итемов в сумке и, соответственно, нормально все получается. Посмотрим, сколько мы их выбили. Также питомца можно нормально выбить с сумочек по 100 баксов. Ну, их смысла нету покупать ради этого. Это мы и так соберем. Так, последний раз. 2, 1. Все. 1, 2, 1. Окей. Вот у меня уже накопилось 29 седьмых. Окей, с этим мы решили, поехали дальше. Открываем, смотрим питомца. Давайте сейчас маны немножко нагребу, потому что с маной у меня чалька. И посмотрим, сколько мы все-таки его вытащили. Вот это радует, то, что они дают в первый же день обновы новые итемы. Вот это радует реально. Так, есть. Ну, поехали, смотрим, что там у нас по новому питомцу. 556 за один базар, офигеть. Если скажу, офигеть. У меня там сколько, 130 или 150 на русском было. Ой, на русском, на китайке. Посмотрим, на какой уровень мы сможем прокачать. Не люблю я тратить кристаллы. Жадность, жадность, ребята. Ух ты. Ух ты, вот так вот нас. Вот так вот. Где-то мой минотавр. И сейчас пойдем еще в древнее посмотрим, что там у нас делается. Интересно будет новый талантик посмотреть на Ронине.
Как он будет? Ну, он, в принципе, работает по кулдауну. Там есть нюансы. Надо будет все предусмотреть, для каких героев он подойдет. Так, окей. Вот так вот, 21 уровень. Новый питомец у нас уже 21 уровня. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой уровень. Следующий на 23-м. Ну, думаю, дособираем. Так, 60% наносит 400%. Понижает на 55. Офигеть. Скорость атаки, кулдаун 5 секунд, также высывает своих. Ну, я вам уже питомца показывал, думаю, этого не стоит делать. Дальше, так, поехали. Древние, смотрим, что у нас по смотрителям. 1500, я их, честно говоря, последнее время даже не беру, не скупаю, потому что оно само по себе растет и качается. Единственное, я хочу посмотреть на награды. Какие же все-таки будут награды? Так, ну что, кто-то уже 37-й пошел, мне не пошли. Вот так вот. 30, 32, 34, в принципе, по сути, не особо там разница. 45-й максимальный уже будет. Думаю, это скоро мы начнем тоже проходить. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Затянул я видосик, но это вторая сторона доната. Все, всем удачи, всем пока.